Отец всегда говорил, что не сможет вечно быть рядом, чтобы защитить меня. Он был преступником и знал, что его дни сочтены. Он говорил, что единственный, на кого можно рассчитывать, это на себя. И даже этот человек может подвести. Отец научил меня драться, выживать. Никогда не быть жертвой, никогда не плакать. Потому что эти слезы могут использовать против тебя. И когда его убили, я не плакала. Ни разу. Никогда. Я желаю тебе счастья. Но осторожность не повредит. Вы же с ней влюблены не со школы, правда же? А встретились при особых обстоятельствах. Да, когда лечились от наркотиков. И только благодаря ей я еще живой. Да, я все понимаю, но ведь ты ничего о ней не знаешь. И учитывая ее историю, у тебя не может быть гарантий. Мой брат везунчик. Мой отец говорил, что частое везение – это умение. Значит, мой брат – профессиональный везунчик. Контракты – это норма в наше время, Дерек. Брак – это бизнес. Если он развалится, нужна стратегия отхода. Эва уже подписала. Если ты хочешь лишить меня наследства, подготовь бумаги, и я с радостью их подпишу. Но пойми, наконец, мне не нужен ни отход, ни стратегия. Итак, теперь мы с тобой уже друзья. У тебя есть мы. Мы твоя семья. Прошу садиться. У Дерека и Эвы сейчас наступает очень важный момент в их жизни. Я Дерек. Я Дерек. Беру тебя, Эва. Беру тебя, Эва. В законные жены. В законные жены. Дедушка купил это место в 40-х годах за бесценок, и мы часто приезжали сюда летом, когда были маленькими. Но теперь отец считает, что тут слишком скромно и останавливается только в 5 звездах. Ну, как тебе? Здесь классно. Ага.
видишь, вот это моя бабушка в день ее свадьбы. О, а на этой фотографии это мой дядя и моя мама. Когда ей было 2 или 3 года. Да. Знаешь, я первый раз приехал сюда после ее смерти. Ты бы ей понравилась. Жаль, я не знала ее. Да. О чем думаешь? Да это я должна тебя спрашивать. Обычно да, но... О, боже мой, привет! Можно? Как тебя зовут? Это Рикардо. Рикардо? Красавчик. Отлично смотритесь. О. Тебе идет. Ты думаешь? Привет. Привет. Ой, он хочет к папочке. Давай, иди ко мне. Мы берем его. Давай. Иди ко мне. Вот так. Идем. Знаешь, ты будешь классной мамой. Ты думаешь? Я это знаю. Я росла не в лучшей атмосфере. Но зато у нас у обоих есть личный опыт, как не надо растить детей. Так что... Альбанию, мне нужно в туалет. Это по-испански. Красивый язык. Я скоро вернусь. Поцелуй меня. Только никуда не уходи. Сиди здесь. Не вздумай уйти. Привет, как дела? Хорошо. Мэнни. Эва. Очень приятно. Прекрасный вид, правда? Шикарный. Откуда вы? Из Коннектикута. Вы знаете Эрла Сандерса? Нет, не думаю. Он бывает здесь каждый год. Он из Коннектикута. А, Коннектикут довольно большой штат. Да, да, у меня семья, у меня семья в Техасе. Ясно, да. Ясно, не так близко, но ладно. Милый, знакомься, это Мэнни, у него семья в Техасе. Мэнни. Привет, как жизнь? А, как жизнь? Хорошо, да? Хорошо. С приездом. Спасибо, спасибо. Так вы надолго приехали на остров? Еще на пару дней. И ночей. А вы уже были в Кабарете? Насколько я помню, нет. О, это красивое, очень красивое место. Самая длинная канатная дорога. Класс. На Карибах уж точно. Нет, я боюсь высоты. Это звучит супер. Да перестань. Мой друг владеет классное этим местом. Место. Я могу свозить вас завтра, и это абсолютно безопасно. Всего один человек погиб Всего в этом году. Всего один человек. Расслабьтесь, я пошутил. Пошутил. Ну, а танцы? Потанцуем? Лучше на канатку. О, я люблю танцевать. Но Дерек? Да.
Я могу потанцевать. Знаете, что... мой друг владеет лучшим клубом на острове. Мы можем сходить туда. Я не против. Я с удовольствием. Сделаем это и другое. С удовольствием? Да. Знаешь, что я с тобой сделаю? Ни в какой клуб, да? Вы хоть знаете, что это был за мужик? Это был большой бис. Мы по полной влипли. О, боже мой, мне лучше быть с тобой осторожнее, подруга. Такое там устроило, как реальная ниндзя. Просто с ума сойти. Мэнни, Мэнни, успокойся. Забудь. Что это было? А? Ай, чувак, прости. Ты бы видел, что она там устроила? Прикинь, девка к ней с предъявой, а она как зарядит ей по морде. Ау.
Я такого не видел, клянусь. Она как долбанный ниндзя. Самый лучший мой совет. Никому не доверяй. Ну что ж, Юха. Я согласен на 15. Давай 15. Тогда лучший способ защитить себя. Напасть первой. Отвали, козел. Нужно быть жестче, быстрее, проворнее, хитрее, чем противник, ты понимаешь? Потом ты забудешь о боли, забудешь о страхе. Запомни этот урок, ты поняла меня? Вставай. У многих есть границы, за которые они не выйдут. Ты научишься выходить за них, научишься выходить за границы. Никто не победит тебя. Ты отправишь их всех в могилу. Сколько времени? Я не знаю, сколько. Ладно, ладно, я открою. Иду. Мэнни? Привет, это я. Слушай, открой дверь. Что? Большой Бис из клуба. Он едет сюда со своими парнями. И явно не извиняться. Постой, откуда он знает, где мы остановились? Я не знаю. Может, таксист сказал. Хватайте шмотки и рвем отсюда. Серьезно? И куда нам, по-твоему, сваливать? А? Да расслабься ты, я прикалываюсь. Ах ты, это совсем не прикольно. Прости, я просто хотел разбудить вас, чтобы приехать на канатную дорогу вовремя. Ну что, нет, идем? Нет, я не поеду. А что, мы разве согласились на это? Едем. Самое безопасное место. Что? Нужно спешить, потому что если мы опоздаем, Джо-Джо, который там работает, не будет ждать. Держись крепче! Следующий. Нет. Ну ладно. Давай, теперь ты. Нет. Давайте. Боже. Давай, милая. О, боже. Не бойся, все хорошо. Вы проверите, чтобы все... Не бойся. Да, у вас все отлично. Ну ладно. На случай, если я тебя больше не увижу. Не говори так. Держите эту лямку. Откиньтесь и наслаждайтесь. Что? Вперед. О, боже мой. Откинься. Боже мой. Боже мой, Эва! Ты здесь! Ты здесь! Да, тормози! Да! А? Давай! Это было круто. Ну как тебе? Как ощущения? Вау. Да? Просто супер. О, подожди. Это супер. Считай, ты еще ничего не видел. В смысле? То, куда мы сейчас поедем, это нечто. Эль Вьюдадор. Стой, что это значит? Овдовитель. Вот мы и здесь. Эль Вьюдадор. Зацените. Ух ты. Потрясающе, правда? Я не думаю, что я смогу это сделать, честно. Это самая длинная канатная дорога на Карибах. Нет, я не смогу это сделать, милый. Не надо, пожалуйста. Ты что, серьезно? Я не могу, правда. Просто откинься и наслаждайся, ладно? Ты слышала? Вперед. Поехали. А, мне что, одному ехать? Да? Ладно, я первым попаду на небеса. Он слишком далеко. До него миля. Одна миля. Целая миля? Целая миля. Ух ты. Ладно, ну что ж, давай.
Готов? Ладно. Поехали. О, боже. О, нет. Мой муж сумасшедший. О. Мы не можем брать в машину посторонних лиц. Да, по правилам страховки. Пожалуйста, это понимаете, важно. Дело в страховке. Это бред какой-то. Я поеду с мужем. Я сожалею, но такие правила. Нет, вы не можете поймите, ехать. Поймите, ладно, куда вы едете? Куда вы его повезете? В центральную. Дай ей визитку. Вот. Вы можете это поехать. Это центральная больница. Она езжайте, хорошая. Пусть едет. Это ладно, езжайте, быстрее. Давайте езжайте. Погнали, погнали.
знаешь, где? Да, конечно. А где Мэнни? Где этот Мэнни? Я не знаю. Я не знаю. Давай я подброшу, садись. Сколько можно ждать? Мы вызовем вас. Извините, простите, простите, ради бога. Подожди. Извините, пожалуйста. Моего мужа привезли сюда. Да, подождите, минут 20 или 30 назад на машине скорой помощи. Вы можете. Подождите, привезти? Пожалуйста. Сначала нужно заполнить. Я не о себе. Прошу вас. Я говорю о своем муже. Нет, это необходимо, иначе я не смогу вам помочь. Проверьте, Дерек Грант, я умоляю. Простите, но у нас нет Дерека Гранта. Простите, мне очень жаль. Он блондин с голубыми глазами. Все правильно? Да, да, именно здесь. Ну, а они привезли его именно сюда. Но... Эту визитку дали мне люди на скорой. Но его нет. Мой муж сейчас здесь, они отвезли его. Посадили в скорую и повезли сюда. Сеньора, я звонила. У нас нет никого по имени Дерек Грант. Никого с таким именем нет. Попробуйте поискать в другой больнице. Есть другая центральная больница. Нет, это единственное, но есть обычные больницы, куда можно позвонить, есть список. Можете позвонить. Я уверена, что с ним все хорошо. Слушаю вас. Дерек. Tranquila, pero tiene que salir, señora. Usted no puede pasar así. Tiene que salir, señora. Уберите свои руки. Уберите, пожалуйста, мэм. Простите, мэм. Простите. Я ищу здесь Дерека Гранта. Он здесь? Дерек Грант. Вы можете проверить? Это он. Он здесь. Его привозили на машине скорой. Простите, мэм. Пожалуйста. Здравствуйте. Я ищу здесь Дерека Гранта. Я ищу своего мужа. Вот как он выглядит. Мэм, вы видели его? Вы можете мне помочь? Алло? Синди, это Эва. О, привет. Что-нибудь случилось? Тебе Дерек не звонил? Нет, а что? Что случилось? Простите, мой муж пропал. No te entiendo. Вы не говорите по-английски. No, no entiendo inglés. Mi esposa es perdido. Tu esposo es perdido. Llenas el documento.
y aquí anotas los datos de tu esposo. Así que tiene que estar en un hospital ahí, ¿sabes? Pues tendré que hacer gestiones con los hospitales a verificar. Она звонит в больницу про вашего мужа. Понятно? Не дергайся. Думаешь, тебе нужна моя помощь? Тебе нужна чья-нибудь помощь? Нет. Единственное, на кого ты можешь рассчитывать, это на саму себя. Это затянет рану. У выживших шрамы, у проигравших похороны. Шрамы – вот что тебе нужно. Они как татуировки, но их история интересней. Эва, ты прочнее самого прочного металла. Никогда не забывай об этом, ясно? Вызвал скорую? Точно не знаю. По-моему, его звали Джо-Джо. Так его звал Мэнни. Этот Мэнни привез вас туда? Да. Вот. Он слева. Фамилия? Я не знаю. Где вы познакомились? Ну, в каком-то ресторане. На пляже. В каком-то ресторане на пляже. Почему вы не поехали на скорой со своим мужем? Они не дали мне. Что не дали? Они сказали, что это из-за какой-то проблемы со страховкой. Но я пыталась. Они сказали, куда везут его? Я уже говорила. В центральную больницу Пунта-Кана. 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 Извините. Sí, diga. Más pronto. A las 5. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Нет никаких записей о том, что вашего мужа привозили в одну из клиник или больниц на острове. Может, он отказался от помощи? Стойте, отказался? Он был без сознания, и его нога была полностью раздроблена. Как, скажите мне, он мог отказаться? Его кредитка нигде не использовалась. Никаких звонков с его телефона. Либо сел, либо батарею вытащили, чтобы нельзя было отследить. Может, скорая попала в аварию по пути в больницу? Может, они упали в обрыв и поэтому не смогли ни с кем связаться? Слушайте, я не знаю, но мы должны что-то сделать. Надо обязательно найти его. Мы… Может быть, мы владеем не всей информацией? Что это значит? Он что-нибудь выпивал? Нет, он не выпивал. Я имею право спросить? Я вам ответила. На этом острове полно компаний скорой помощи. Никем не регулируется, конкуренция высока. Кто первый приехал, тому и платят. Это прекрасный остров, но пока здесь правят деньги и сомнительные личности, каждый пытается ухватить для себя кусок пожирнее. Особенно, если это можно сделать за счет богатых американцев. Но опять же, я могу ошибаться. Если его похитили, мы скоро что-нибудь узнаем. Я бы сказал, в ближайшие 24 часа. Боже мой. И каков следующий шаг?
Мы были закрыты вчера, мы всегда закрыты по понедельникам, так что вчера здесь никого не было. Нет, нет, я была здесь с мужем, с Мэнни и Джо-Джо. Нет, извините, здесь никакие Мэнни и Джо-Джо не работают. Мэнни здесь не работает, он сказал, что дружит с владельцем. Вообще-то я владелец. Хорошо, канатная дорога называлась Эль-Вьюдадор. Нет, 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 ни одна из наших дорог не называется Эль-Вьюдадор. Вы уверены, что это было здесь? Да, просто это было здесь. У нас не было ни одного несчастного случая, и на острове действуют еще 4 линии, они здесь недалеко. Это было здесь, я помню дорогу, пожарную станцию, я помню все это. Здесь есть еще одна дорога в 30 минутах, где точно такие же канаты, и там все выглядит в точности, как здесь. Эй, стойте. Давай. Джо-Джо, да? Ты же был здесь вчера, когда мой муж упал отсюда? Я... Это Джо-Джо. Oye, que fue ayer que el esposo de ella tuvo un accidente, que llamó una ambulancia. Yo no sé, me encantaría ayudarte, pero yo no vine a trabajar anoche, o sea, ayer. Una pregunta, ¿la reconoce? ¿A ella? No. Он говорит, что не знает, кто вы такая. Почему ты врешь? Это ты вызвал скорую. Я не вру, я вообще... Я почему никого не знаю, я вообще тут ни при чем. Все, 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 успокойся. Отпустите ты меня, был пожалуйста, здесь вчера. Отпустите, отпусти. Признавайся, это ты был. Ты Шеф, был здесь вчера. Ладно, я тут ладно, ни при чем. Позвольте, я иди. Разберусь, хорошо? Я сам разберусь. Слушайте, да он просто боится неприятностей. Думает, что вы его арестуете. А может, может быть, ему заплатили? Так, сеньора, вы должны понять, что? Это было не здесь, ясно? Вы пугаете это моих клиентов. Давайте вернемся в участок. Нет! Давайте обсудим следующий шаг. Верните его! Нет, нет, нам пора, что? Идемте. Да? Пусть проваливает. Нам нужно ехать. Слушайте, послушайте меня. Ничего, это ничего. Она допрыгается, сумасшедшая. Ладно, поговорим об этом в участке. Нужно допросить его, вам не кажется? Все хорошо? Почему вы не допросили? Нет, у нас нет, все в порядке. Порядке. Вам я понравится. Присядьте. Поговорим о воскресном вечере. Сегодня мне на почту прислали запись с видеокамер из клуба «Ла Зона». И, похоже, вы бываете довольно жестокой женщиной. Вы на наркотиках? Просто вы чуть не убили того парня. Я просто защищалась. Почему вы про это не рассказали? Потому что я не знаю, какое отношение это имеет к исчезновению Дерека. Вы в этом уверены? Gracias. Вы подцепились с парнем по имени Большой Бис, а он любого заставит исчезнуть. Так почему вы не допросите его? Успеем. Скажите, как вы ладили с вашим мужем? Отлично. Я так понимаю, вы главный наследник всех его активов. Я его жена. Что это? Фотороботы. Почему их не развесили? Потому что они похожи на половину мужчин на острове. И я должен разумно распределять свои ресурсы. Да, а что именно вы делаете со своими ресурсами? Прямо сейчас говорю с вами. Если не вы этим займетесь, то я. Идем. Что он сказал? Ничего. Разыскивается. Хочешь с нами? Нет, простите. Уверена? Обозналась. Ладно. Я пойду сделаю кофе. Ты будешь? Нет, спасибо. Эва, ты не ела уже 2 дня. Ну, может быть, воды.
Вознаграждение 100 тысяч долларов. Дерек Грант, который пропал 3 дня назад. Пара отмечала медовый месяц на острове. Все версии похищения, как попытки наживиться за счет вознаграждения, следствием были отклонены. Полиция пока не сделала никаких... Кто-нибудь звонил? Ты ведь не ждешь никаких звонков, правда? Что? Что на самом деле произошло? Чего ты не договариваешь? Вы что, так думаете? Я думаю, ты многого не договариваешь. Пап. Может, что-то произошло в баре, и Дерека убили. Или, может, кто-то хотел убить тебя, а убил Дерека. А может, вы с ним просто взялись за старое, а потом подрались? Я не знаю. Но я уверен, что пропал он из-за тебя. И я думаю, что тебе нужны мои деньги. Да мне плевать на ваши деньги, мистер Грант. Я люблю Дерека. Да, представьте, я его очень сильно люблю. И всегда буду любить. Пошли бы вы. ¿Estás ready? Sí. ¿Sí? Dale, tírate para atrás. Una, dos, dile adiós. Dile. ¡Bien! ¡Nos fuimos! ¡Sobe! Vente, vamos a ver. ¿Aquí? ¿Qué es eso? Извините. Lady, no, you need to wait, I mean. She's going first. ¿Узнаешь меня? О, нет. Это я. Здесь опять. Давай прокатимся и поговорим. Нет, нет, нет. О, о, о. О, нет. О, 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 о. Нет. 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 Не останавливайся здесь. Нет. Ладно, Джо-Джо. Ты говоришь все, что я хочу знать, или умрешь. Ты понял? Смотри на меня. Что произошло с моим мужем? Я не знаю, леди. Хочешь упасть? Нет, нет. Мы же были здесь с мужем. Смотри на меня. Мы же были здесь на канатке. Да. Зачем ты солгал полиции? Я не знаю. Мэнни сказал нам, чтобы молчали. Мэнни сказал, что они очень опасны. Кто опасен? Кто опасен? Я не знаю, честно. Ты что, хочешь упасть, ублюдок? Нет, нет. Хорошо. Смотри на меня. Кто вызвал скорую? Он вызвал скорую. Хорошо, хорошо. Он все знает, пожалуйста, я... Хорошо, хорошо, какой у него номер? 809-555-3210. Я звонила, там голосовая почта, но голос точно Мэнни. Теперь верите? Правда, я больше ничего не знаю. Мэнни знает, где Дерек, мы должны найти Мэнни. Идемте. Повернитесь. Что? Пожалуйста, повернитесь. Надо искать моего мужа. Может, вам разрешено пытать людей в Америке, чтобы выбить из них признание, но не здесь. Я позволю вам покинуть это место, сохранив достоинство. Офицер Сантос отвезет вас обратно в Пуэрто-Рико. Вам больше не рады на этом острове. Надеюсь, вы понимаете это. Извините, сэр. Мне нужно в туалет. Espérate.
в Альбанию. Пожалуйста. Срочно. Vamos. Наручники не снимите? Это. Ну, тогда вам придется помочь мне. Бумажки не оторвете? Парень столкнул меня в бассейн. Это habitación? Sí. Okay. Простите.
Привет, Мэнни. Люди просто так не исчезают. Нет, я здесь незаконно, я не могу говорить с копами. Меня депортируют. Жалею, что не уехал домой. Клянусь, боже, я ничего не знаю о твоем муже. Что ты делаешь? Где Дерек? Я не знаю. Кто вызвал скорую? Я, но там мне сказали, что кто-то другой уже звонил им. Кто? Я не знаю. Я не в курсе. Я не знаю. La puerta que está gente esperando aquí. Кто эти парни? Кто твои приятели? Я не знаю. Это что? Что это? Татуировка, которая была у одного из медиков. Видишь? Татуировка. Это их грёбаный квартал. Это территория Тьера. Тьера Синдиката. Им здесь все принадлежит. Здесь это все знают. Полиция и политики. Даже шлюхи это знают. Если ты соврал мне, тебе же будет хуже. Хуже, чем сейчас? Аму, аму. Ты в опасности. Это я и без тебя знаю. Если хочешь, чтобы я помог найти Дерека, нужно делать все осторожно. Manny, mi hijo, mira la hora que es, ahora es que tú llegas. Mami, tranquilo. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estabas, muchacho? Yo estaba saliendo con mi amistad, mira, esta iba. Otra muchacha más. ¿Cuándo tú te vas a conseguir una novia? Mami, pero yo, tú sabes que a mí no me gusta la novia. ¿Cómo vas a casar nada? ¿Tú quieres nieto? Ya tienes como 15. Búscate una novia y casa. A un beso. Bendición. Dios te bendiga. Tranquilo, está bien. Y yo me voy a comentar. Bendición. Dios te bendiga. Давай, заходи. Значит, ты живешь с мамой? Я сюда приехал первым. А потом подзаработал и перевез ее. Там, откуда я родом, работы мало, помимо грёбаных наркотиков. Завтра ты отвезешь меня в город. И мы вместе отыщем этого парня. Говорят, если человека не нашли в первые пару дней, вероятность того, хватит. Что... Не начинай. Извини. Дерек еще жив, и я сделаю все, чтобы вернуть его. Ты должен это понимать. Я понимаю. Ну что ж, отдыхай. Тебе нужно выспаться. Ложись. Хорошо. Здесь нет закона, нет мамочки, нет папочки, ясно? Все, что ты видишь, совсем не то, что есть на самом деле. Местных жителей учат быть недоброжелательными. Era loco. Caballero. ¿Ha visto este tipo? ¿A uno de estos tipos? Сюда приезжают, чтобы исчезнуть. Либо они не местные, либо про них давно все забыли. Сиди здесь. Ahí se pasa mucho, mucho tiempo. Ahí te pueden decir. Ahí. Vamos. Perfecto. Me cuida. ¿Te han visto un tipo calvo, diente de oro, tatuaje TS en el cuello? Стой! Ладно, что ты там? Зачем мы остановились? Это она. Ничего нет. Кто мы? Что? Его татуировка. Где ты увидела? У медбрата была такая же татушка. Смотри. Что это? Это... В общем, это петушиные бои. Я знаю, куда Хорошо. Ехать. Садись в машину. Не выходи.
месте, ясно? Просто дай мне флаер. Хорошо. Жди здесь. Санта-Серро. Не надо туда, плохой квартал. Их трудно проколоть. А, шлюха! Итак, где мой муж? Я же сказал, я ничего не знаю. Пожалуй, я зайду к селезенке. О, люди ведь живут без селезенки, правда? Говори, где мой муж? Я не знаю. Тогда перейдем к печени. Проколов ее, ты истечешь кровью за 5-6 минут. Ладно, хорошо. Хорошо. Этот парень... Слал мне сообщение.
Мы довезли его. Я не знаю, что потом произошло, клянусь. На утро Амар пришел с деньгами. Сказал мне уйти с работы, не болтать лишнего. Я так и сделал. Я так и сделал! Тебе нужен Амар. Не я. Он тебе нужен. Не я. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я пишу твоему брату. Да он замочит тебе. Ты попытался, и чем это закончилось? Придурок, ты здесь? Тима! Какого хрена? Помнишь меня? Помнишь? Дерьмо. А сейчас ты скажешь мне, где мой муж? Где мой муж? Муниципальная полиция. Когда врываешься в чужой дом и нападаешь на людей, у них есть все права стрелять на поражение, чтобы защитить себя. Тима признался, что забрал моего мужа на скорой. Он замешан. Замешан в чем? Не знаю, но ему заплатили. Выпусти ее оттуда. Идем. Вот что я думаю. Ты заплатила этим двум парням, чтобы убить своего мужа. А потом заткнула им рты, чтобы они не сдали тебя. Знаешь, с самого начала насилие и незаконные действия, которые я видел, исходили от тебя и только от тебя. Ты будешь арестована за убийство Амара Тавареса и покушение на убийство Тима Тавареса. И теперь ты официально главный подозреваемый в исчезновении и возможном убийстве твоего мужа. Так что знаешь, ванная, туалет и адвокат. В любом порядке, но тебе это нужно. Хорошо, заберите меня. Но мой муж еще жив. Вы должны найти его, слышите? Он еще жив. Мы отвезем тебя в главный участок для допроса. Посмотрите, посмотрите на меня. Мой муж еще жив. Послушай меня. Сейчас мы отвезем тебя в главный участок. И там тебя допросят. Кстати, отец и сестра Дерека просили предъявить тебе обвинение, караемое смертью. Пожалуйста, найдите моего мужа. Умоляю. Это ваша работа. Удачи. Мой муж еще жив.
Сантос. ¿Todo bien? No, no está bien. ¿Eva? Приходи в комнату дочери, поболтай. Не разбуди дочку. Ствол. Сядь. Моя семья. Семья? Поговорим о семье. Что бы ты сделал на моем месте? Куда бы пошел? Слушай, это был я. Я сделал это. Ты не понимаешь, я ему должен. Кому? Авелару. Доктору из клиники Вилла Харгуаль. Я ему очень обязан, понимаешь? Она была слишком юной, и он сделал так, чтобы семья ничего не узнала про беременность. Я в долгу перед ним, если моя жена и дети об этом... Да, ты настоящий семьянин, я уже поняла. Говори, где мой муж? Доктор, он допустил ошибку. Он пытался выправить кость. И проколол бедренную артерию. Он пытался спасти его. Слушай, он просил меня. Умолял замять это дело. Иначе бы американец сделал все, чтобы его клинику прикрыли. И вот поэтому он хотел, чтобы все думали, что его вообще не было в клинике. Ты лгал мне все это время, хотя знал, что мой муж умер. И ты пытался убить меня? Нет, тебе не жить. Боже, умоляю, не делай этого. Только не здесь, прошу. Я понимаю, правда. Я не должен больше жить. Я плохой человек. У тебя два варианта. Раз и два. Второй тихий. Можешь пойти в ванну. Обещаю, тебя найдет жена, а не дочь. Дерек появился, когда я могла. Он спас меня. Изменил меня. Это ты изменила себя. Он лишь дал тебе повод.
я должна все завершить. Только когда все враги будут в гробу, ты сможешь передохнуть. Кошмар. Ужас какой. Откуда это? Я слышала это каждую ночь перед сном. Довольно хреновые колыбельные. Я могу помочь. Нет, не стоит. Я сделаю это сама. А что у тебя с рукой? Господи, тебе нужно к доктору. Обязательно. Завтра утром. Ограниченное количество кислорода. Поэтому слушай внимательно. Я хочу знать, что произошло с моим мужем, американцем со сломанной ногой. Я хочу знать, как он умер и что стало с его телом. Ты готов рассказать мне все, что я хочу знать? Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю, что вам нужно. Неужели? Дерек Грант. Гарза. Девочка, беременность. Пожалуйста, я просто хочу знать. No conozco ningún Garza. No conozco ninguna chica preñada. Ладно, ладно. Говори. Хорошо. Постойте, пожалуйста. Вы не понимаете, во что влезаете. Неужели? Не понимаете. По-моему, все очень просто. Стойте. Можете выяснить все, что вам нужно. Смотрите. Смотрите. Ты сказал Гарзе, что он мертв. Я могу помочь. Я могу помочь. Спустите курок, и вашего мужа уже ничто не спасет. Llévenselo a la sala de operación. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien? ¿La familia cómo está? Allá en San Fernando. ¿Los niños bien? Ah, con su mamá. Muy bien. ¿Y esta quién es? Es mi asistente nueva. Es americana, pero es de confianza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Christy. Christy. Silvio Luga.
Что у тебя с рукой? Прищемило дверью. Дурацкая дверь. Точно. Да. Я должен обыскать тебя. Aloe huele rico. Flor de chocheta. Ay, Luillo, si la tiene apretada. Позвони мне. Амон. Эй, друг, как ты себя чувствуешь? А? Готов дать волшебного молока? Ты мой золотой билет. Luillo, estoy harto de Big Biz. Ese cabrón ya me tiene los huevos hinchados. Tenemos que darle para abajo, ese hijo de puta, ¿está bien? Ese pelo largo de los 80 que siempre lo tiene exacto. Док, чего вы ждете? Анестезию. Нет, нет, нет. Мой приятель выдержит. Правда, малыш? Да, не нужно. Давай. Вот так. Потерпите. Сделай все как надо. Ай, jodida puta, puñeta! Perdón. Perdón, cojones. Но ты такая клевая, что мне плевать. Ничего, можешь делать со мной что хочешь. Qué buena está esta cabrona, а? Claro. Вот так. Покажите, док. Все в порядке, малыш. Ты это выдержишь. Ага. Вот так. Молодец. Все хорошо. Анестезия. Вот так. Ты отлично справляешься. Ты просто молодец. Вот так, малыш. Вот так. Умница. Хороший мальчик. Ладно, док, дайте мне. Да, то, что я и хотел увидеть. Настоящий фонтан жизни. Спасибо, малыш. Нет. ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú me estás? Silvio, ¿qué te pasa? Анестезия. Пытаешься меня усыпить? Доктор, где вы нашли ее? Не знаю. Ке? Никому не двигаться! Подними руки, говнюк! Эй, эй! Суван ла ману, мучачо! Суван ла ману! Ствол! Вниз! Морды в пол! Спокойно, спокойно! Мразь поганая! Ствол! Тварь! Кто ты такая? Я его жена. О. Так ты та девчонка, о которой мой друг так высоко отзывался. Эй, эй, это так необходимо? Все это насилие. Серьезно, мы здесь друг другу помогаем. Твой супруг просто настоящий спаситель. У меня редкая разновидность рака. ¿Cómo es que se llama la mierda esta? Плазмоцитома. Да, да, точно.
Единственное эффективное лечение – это передача стволовых клеток из костного мозга. Знаешь, я плачу доктору хорошие деньги, чтобы он искал мне доноров. Но это не просто, правда, док? Раулито, ayuda. Ну, подходи. Эй, просто я хотел тебе помочь, детка. Слушай, я могу позвать своих людей, кого ты еще не пристрелила. Они помогут тебе выбраться. Я сама выберусь. Ты уверена? Это большое здание. И еще. Спасибо, Кристи, что поделилась мужем. Van saliendo por la puerta. Cógelo. A ver. Mira, la cabrona cerró la puerta. Dale para acá, dale para acá. Поможешь мне, хорошо? Да. Нормально. ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! Уже едем. Я заплачу тебе за то, что ты сделал. Нужно было предложить тебе деньги раньше, но люди так эгоистичны, когда дело доходит до донорства их частей тела. Я просто не хотел рисковать. Ты не представляешь, как сложно найти донора, чей костный мозг так бы идеально подходил. Знаешь, с костным мозгом твоего мужа и моей строгой диетой... У твоей тёлки мощный удар. Ну и куда ты бежишь, кролик? Ты в курсе, что ты на острове? На моем острове. Для вас все закончится плачевно. Скажи, Дерек, ты хоть знаешь, как пользоваться этой штукой? Знаю. Сволочь! Да вы просто беспредельщики!
Ищи девчонку в розовых шортах. Видишь кого-нибудь? Кое, Раут, кохело. Вон она, влево. Вон она, давай. Вижу. Розовая футболка, джинсовые шорты. Где поворот? Это она, розовая футболка, направо. Pasando algo. Nada, mami, no pasó nada. Algo malo estás haciendo, mi hijo. Тебя ранили, Эва. Что? Так, что? Садись. Так. Ш-ш-ш. Здесь нельзя оставаться, это опасно. А где безопасно? El cabrón de su hijo. Ah, no, papi, papi, no me le falte el respeto. Estate quieto y cállate la boca. Mami, mami, mami. Mami. Tienes que soltar. No me calmes. Cálmate. Cálmate y te sientas. La casa te respeta. Siéntate. Mira, escúchame. ¿Dónde carajo estás metido? ¿Quién? No sé qué tú me estás hablando a mí. ¿Y ese es tu hermanito? Cuidado con el nene. No lo toque. Sí. ¿Quieres venir conmigo? Déjalo quieto. No lo mires. Tú estás quieto. Tú quédate quieto ahí. Pórtalo. Vámonos, a buscar las otras casas. Tú estás pendiente. Madre, falta de respeto. Tú, tú. Pacatapu, raca, taca, taca, tú, tú, pacatapu.
solo, puñeta. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde están los gringos? Bájeme el guapeo. ¿Dónde están los gringos aquí? ¿Dónde están los gringos? Mira, Méndez, coge esa casa ahora mismo ahí. Vale, coge al otro. Saulito, vete conmigo. Estos mamabichos van a tener que aparecer. ¿Ah? Tú por acá, ¿sabes? Vete, vaya, que vaya. Han callado, ¿verdad? No sé dónde están. No. Tanto que yo les dejo dinero a ustedes aquí, ¿verdad? Está bien. Yo los cojo bajando. Ok. Vamos a hacer una pinta. Venga, papá. Venga. ¿No has visto los gringos por ahí? Nada. Monta ahí. ¿No me quieres? Стерва, не на того напала. Давай. Вейте. Знаешь, не обязательно доводить все до этого, долбаная стерва. Давай, покажи, что умеешь. На, давай. Со мной. Давай.
где ты? Упустишь шанс. Mira todo, sí, yo no sé cuántos cabrones van a estar aquí. Estamos listos, señor. Ну как тебе, медовый месяц? Похищать туристов, чтобы продлить жизнь этого куска дерьма. Дай мне нож. Дай мне нож. Тебя это не касается, бизнес. Это плохо влияет на мой бизнес. Какой бизнес? Долбаные шлюхи и картишки. Да, мои девочки не могут работать без туристов. Нам что, в карты играть? Отдай мне нож. Отдай нож. Дай мне его. Отлично. Cierra los ojos, todos, niños. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Todos, niños. Cierra los ojos. Разве ты не умираешь? Ты ведь умираешь, да? Да. Поможем. Уже мертв. Дерек. Отпустите его! Отпустите! Как ты? Ты в порядке? Я тебе буду платить дубль! Идем! Estamos pagando este hijo su chingada! Окей! Вы! Вам пора возвращаться домой! Там ваше место! Идемте! Ahora, esta isla va a ser mejor! Y no lo maté de veras. Está dormido. Vámonos, niños, vamos. Aló, por ahí vamos, ¿ok? Мой друг Карлос отвезет вас в Пуэрто-Рико. Оставь футболку себе. Она счастливая. Спасибо. Береги себя. Ну, пока. Мэнни. Спасибо. Oh,
производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2014 году.